Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И вначале мы расскажем о погоде. Сегодня в Карачаево-Черкесии без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 5, днем 13-18. В горах ночью 0 минус 5, а днем 4-9 со знаком плюс. В Черкеске сегодня без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 2-4, а днем 16-18 градусов тепла. В Республиканской государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамукова выпустили сразу несколько книг, посвященных 75-летию Великой Победы. Гость программы, заведующий отделом универсальных читальных залов Соня Гагуева, сегодня расскажет об одной из них – книге о защитниках блокадного Ленинграда. Сколько человек из Карачаево-Черкесии защищали блокадный Ленинград и как готовилась книга? Об этом в эти минуты она расскажет моей соведущей Бэйли Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Соня. Доброе утро. Я рада видеть вас у нас в гостях. Сонечка, мы все знаем, что этот год – год 75-летия Великой Победы. Значит, ваша библиотека к этому событию, к этому юбилею выпустила сразу несколько книг. Сегодня вы пришли с одной из этих книг. Вот она называется «Защитники блокадного Ленинграда». Да. Насколько я знаю, это книга о тех людях, о наших земляках, которые защищали блокадный Ленинград, а их более 700 или 800 человек. Вот на сегодняшний расскажите. День их пофамильно установлено 845 человек. Угу. Эту книгу мы решили выпустить тогда, когда в сентябре 2018 года наш глава Тимирязев Рашид Бориспиевич открыл памятную доску на Пискаревском кладбище о тех жителях, которые защищали город Ленинград. Угу. Мы решили, почему эта доска должна быть безымянной. И решили установить, сколько же человек, наших земляков, участвовало в снятии блокады Ленинграда. И началась эта наша работа. Работа эта длилась у нас год и два месяца. Правда, тяжело было. Мы вначале установили, какие фронты, какие батальоны, какие соединения освобождали этот город Ленинград, участвовали во время снятия блокады Ленинграда. Только после этого мы начали искать в книгах памяти, в книгах славы, в периодической печати, выискивать, кто же участвовал вот эти 900 дней, которые держалась блокада Ленинграда, участвовали вот в этих боях по снятию блокады. Мы сделали эту книгу по районам. Туда включили еще стихи, посвященные героям, стихи авторов из Карачаева-Черкесии, всех народов. Книга получилась очень полноценная. Я думаю, что она будет полезна и для историков, и для учащихся, ну, для всех жителей. Особенно для тех, чьи родственники участвовали в боях за снятие блокады Ленинграда. А кто конкретно работал над этой книгой? Составителем книги являюсь я, а редактором является директор нашей библиотеки Хабчаев Салах Юсуфович. А поиском всех этих фамилий занимались сотрудники отдела универсальных фондов Государственной национальной библиотеки. Набирала все это я сама. Я благодарю вас за этот труд и благодарю за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо вам. Вам спасибо. Это лишь малая толика, чем мы обязаны вот перед этими людьми. Да. Работа будет продолжаться, мы будем еще доискивать новые фамилии. Спасибо. Вам спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Абазинская редакция», а в 14:30 «Вести» с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых.
Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Все давно знают и выбирают сыр Ольда. Миру сыр. «Лови» 91,2 «Наша волна».